Сейчас 1:30 ночи, и я только что закончила капельницы. Несколько дней назад мы сделали прививки малышам, и 5 пробило. Пробило очень сильно, до кровавого поноса. Это тербунские малыши. Они очень слабые, и это почти случается с каждым пометом. Почти со всеми, кого я оттуда вытащила. Я пытаюсь спасти, и многих спасла. Просто это очень тяжело. Здесь 5. Еще 5 находятся в другой комнате за стеной. Тем полегче. У тех просто немного расстроился живот, но на капельнице их ложить не надо. Я покажу их. А пока лохматая душа просит вас о помощи. Нам сейчас очень трудно, но работа не прекращается. Продолжается лечение, продолжаются операции. И продолжаются просьбы, друзья. Я прошу вас, помогите нам, пожалуйста. Пожалуйста, помогите. Но потому что нам очень и очень трудно. А вся работа у вас перед глазами. 1:30 ночи. И мы только-только закончили 2 капельницы. Все, мои хорошие. Здесь мы их капаем. Эта комната у меня как операционная. В том смысле, скорее всего, она капельная. Здесь я капаю малышей, перевязываю. Делаю легкие операции, такие как раны обработать, промыть. Но чаще всего здесь все приготовлено для того, чтобы капать. И спасли мы здесь многих. Многих. Доброго вам здоровья всем. Всем.